Записываем пульты серии Twin на радиоприемник серии Twin. Для этого надо записать код секретный. Нажимаем однерочку, допустим. Нажимаем две кнопки. Ждем, пока быстро заморгает. Заморгало. Отпускаем первую кнопку. Ждем, пока не загорится ровным светом. Загорелось. Отпускаем. Выключаем дипик, наш секретный. Теперь записываем на плату. Все, у нас получилось. Теперь, чтобы передать код на другой пульт, нам надо на записанном пульте разрешить передачу. Нажимаем запрограммированную DPIC и дальше пишем, как обычные пульты. Две кнопки. Нажимаем, которую хотим записать. Передаем код. Код передан. Все работает. Дипик обязательно выключаем. Замечательно.